кое-что нам пришлось, да, купить. Да, какие-то есть там вкрапления, да, мы используем неприятные ассоциации с ядовитыми гадами в кадре, да, и эти кадры, естественно, мы не снимали. Есть знакомые общие, они ругались между собой, он ей поломал палец. Они живут душа в душу и не вспоминают об этом поломанном пальце. Он ей поломал палец. Хватило, так... Вот. Он очень жалел об этом. Но зато она сразу из него выкрутила все за этот палец. Она сразу колечко и шубы, и все, он так извинялся. Женщины это любят вообще. Вообще женщин не надо бить. Иногда так хочется, но не ты нужно. Так говоришь, не надо. Если только, если они только сами не просят об этом. Если они не одеты в латекс и не привязаны к батарее по собственной воле. Я да. Я страшный мазохист. Я... Страшно, вообще песня должна была называться «Я мазохист». Вот, припев у нас. Я мазохист, я мазохист, я садомазохист. Но мы решили переделать немножко по-другому, поэтому вы слушаете. О, мне так нравится это. Да, творческие люди, на самом деле, они все мазохисты. Настя, поломана нога, и она на шпильке.